Сэм, слушай внимательно. Не бойся, слышишь? Возьми планшет и срочно беги из дома. Все будет хорошо. Не бойся. Ищи планшет. Компьютер у меня. Уходим. Им были нужны не трое, а четверо. Когда поймут, что одного не хватает, они придут за тобой. Где пацан? Они профессиональные киллеры. Никто не узнает, кто убил твою семью. Они заметут следы. Твоя цель — выжить. Моя — закончить книгу. Это мой второй шанс. И я не позволю никому, особенно глупому мальчишке, помешать мне. Ты веришь ей, босс? Они же убьют тебя, если найдут нас вместе, да? У меня 9 жизней, как у кошки. Ты о чем? Нужно 9 пуль, чтобы убить меня. Слушай, я бывшая танцовщица. Мне нельзя быть с детьми, я не лажу с детьми. Ты говоришь, я свободен? Но ты уверена? Я посмотрел! Ты читал мою книгу? Это личное! Ненавижу тебя! Любовь — это не твоя тема, да? А ты эксперт в свои 11. Кого ты любишь больше, меня или мальца? Они поставили устройство слежения на машину. У меня идея! Ух ты! Заценила! В яблочко! У меня планшет и пароль. Но могу ли я тебе доверять? От кого ты бежишь? Беги! Отдай мальчишку! 9 жизней.